Лыжные гонки под звездным небом. Вечером 3 февраля спортивная трасса в деревне Генина засияла от света фонарей. Здесь прошли традиционные открытые соревнования с оригинальным названием. Спроси у лыжников Десногорска, что такое фонарь, и услышишь неожиданный ответ. Здесь это не только осветительный прибор, но и название для традиционных гонок. Они проходят вечером после захода солнца, когда трассу освещает только фонарный свет. Ты среди леса вечером, там после работы тех же или после учебы выходишь покататься, тем более поучаствовать в соревнованиях. Настоящим лыжникам нравится. Для участия в гонках к десногорским лыжникам присоединились единомышленники из Рославля и поселка Шумяче. Всего 50 человек. Самые юные участники – ребята 10 лет. Старшим далеко за 60. Борьба проходила в возрастных группах по привычным правилам. Старт не общий. Сегодня был старт раздельный. Через 30 секунд – это классическая схема, которая применяется уже много-много лет. Старт раздельный. Через 30 секунд, а потом все это высчитывается и по лучшему времени определяется победитель. Мужчины соревновались на дистанции в 5 километров. Женщины и дети боролись на 3. Совершенно особая атмосфера для лыжника – катание по ночному парку. Одним она заостряет ощущение борьбы, подпитывает азарт. Для других выступает как терапия и отдых. Кайф в погоде, без ветра, в освещении, в удовольствии, ну и физической нагрузке. Сердечно-сосудистая трудится, удовольствие получаем. А вы как на результат работаете? На первое место или так, нет, для себя? Нет, я чисто участник соревнований. Для души? Для души. В соответствии с конкурсными группами было разыграно 11 комплектов наград. Каждый, кто поднялся на пьедестал, был награжден грамотой и медалью. Ксения Лошкова, Александр Ерофеев, Десна ТВ.